автор, исполнитель, поющий поэт. По приглашению Риммы Казаковой, член Союзов писателей Москвы, президент Фонда поддержки духовного просвещения и культуры служения в городе Воронеже, организатор многих фестивалей православной духовной авторской песни, уже ваш друг Сергей Гребенников. Спасибо. Дорогие друзья, я хочу сказать и подчеркнуть еще раз, что наша цепочка дружеская в вашем городе родилась, у нас дружеская встреча. Я имею и хочу право это сказать благодаря Любови Мелкумян. Она много лет трудится на ниве православного просвещения, и она создала уникальный творческий проект, на мой взгляд, православной кинолектории. Многие клипы вы видели. Тяпочкин, Гурьянов сделан. Наберите в Ютубе православной кинолектории. И наш фонд, который всероссийский статус имеет, я президент, мы Любови Мелкумян присвоили звание «Живая весть». У нас такие есть песни «Живая весть». Сертификат «Любовь» я вам вручаю. Еще раз подчеркиваю этот статус. Еще раз благодарю всех друзей. И с большой радостью, отец Александр, прошу вас на сцену. Спасибо вам за труды. Любовь, спасибо. Да, спасибо. Останьтесь, пожалуйста, да. Спасибо вам за организацию концерта. Я знаю, что вы на себя взяли удар. Удар, смелость, ответственность. Вам друзья помогали. Еще раз передать обязательно большую благодарность Владыке. Мы волновались, потому что первый раз по благословению. Мы вначале как такие духовные партизаны с друзьями, а теперь по благословению. Я считаю, что это придало силу, вес, статус. Поэтому вам, пожалуйста, слово. Ну и желающие, я знаю, поздравить потом после слова, может быть, да? Да. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Спасибо, Анна, за ваше выступление. Я думаю, что всем понравилось. Понравилось? Да. Слава Богу.